Большая часть проблем, озвученных сочинцами, была связана со строительством, жилищно-коммунальным хозяйством и социальной сферой. Житель села Верхнениколаевское обратился со своей проблемой к мэру Сочи. Он дважды не смог согласовать строительство частного дома на своем участке из-за наличия замечаний. На приеме у главы специалисты объяснили, что необходимо сделать, чтобы эти замечания устранить. Были в этот день обращения, связанные с организацией работы общественного транспорта, законностью начислений за коммунальные услуги, ремонтом дорог и предоставлением путевок в сочинские санатории. По каждому вопросу специалисты предлагали алгоритм решения проблемы. В связи с большим количеством земельных и имущественных вопросов, Департамент имущественных отношений, Департамент строительства и Управления муниципального земельного контроля продлили прием граждан до поздней ночи. Всего же в общероссийский день приема граждан было принято более 150 сочинцев. Также со своими вопросами жители города могут обратиться к главе курорта, его заместителям и в другие дни. Алексей Копайгородский регулярно проводит личный прием граждан.